Всем привет! Мы сегодня рассказали по поводу заточки ножей. Видео будет короткое. У меня вот такой бросок, которым я пользуюсь. С одной стороны тысячная, с другой стороны 400 фракция единиц. Некоторые затачивают на каких-то станках, на шлифмашинках или на чем-то еще. Я так одно время смотрел передачу «Охота и рыбалка». Там человек рассказывал о таких вот брусках, у них были большие, маленькие для заточки. И охотничьи ножи именно точатся именно такими вот брусками. А не какими-то там станками или шлифмашинками тоже. Для того, чтобы заточить нож, нужно сначала хотя бы на минут 10-15 окунуть сам брусок в воду или подержать под проточной водой. Хотя бы секунд 5-10, чтобы оно намочилось. Ну, чтобы сам камень стал таким мокрым. То есть от этого впитывает свои свойства какие-то от воды. После этого можно будет затачивать сам нож. Хотел бы еще показать вот такой вот нож фирмы Tramontina. Где-то у кого-то на канале видел кухонный нож. В районе там 200 гривен, может 200 с чем-то. Очень хороший, уже около года как бы пользуемся, и нареканий как бы по нем нету. Сейчас я его попробую показать, как его я точу. Можно вот увидеть. То есть здесь скос вот ровный, как заводской, хотя я его точу от руки. Намочил я брусок. Вот. Нужно понимать, что ножи нужно точить под углом. Вот именно заводская заточка, вот именно под нее надо как-то вот угол этот подобрать. То есть, если вы будете так точить, вы затупите, если сильно наклонить, тоже как бы вы его не заточите, а будете просто царапать эту сторону. А с одной стороны, как я говорил, 400 фракция, с другой 1000. Вот я камень намочил, он у меня полежал в воде. И такими вот движениями, не от себя, а до себя, то есть мы не в эту сторону вот так вот точим, а именно как будто срезаем тонкий слой. Не надо никаких станков, не надо каких шлифмашинок, не надо специальных приспособлений для заточки. Буквально раз вот так вот 10 прошелся, потом под проточный. Сам нож тоже можно сполоснуть. После этого еще разок. Если кому-то тяжело, можно положить его вообще на стол. Главное чувствовать угол. Мне легче, когда он в руках. Сейчас покажу, как он режет бумагу. Все почему-то испытывают это на бумаге. Ну, я покажу, что такой способ, как по мне, лучше всего.
отлично. Хочу заметить, от начала до конца режет одинаково. Как в начале, так и в конце лезвия. То есть, зачем платить за заточки, которые... Вот видел настольные заточки, которые стоят на столе, там выравниваешь угол. Это нужно, ну, как по мне, там, где нужно точить какие-то сложные элементы, как вот как ножницы. Вот такой вот брусок, я думаю, это незаменимая вещь на кухне. Точить ножи, любые ножи, не обязательно на кухне. Всем спасибо, всем пока.